Ребята, всем привет, с вами Александр, Джордж Call the Game, редко выходят видосики, вы просите, давайте снимем. Так, наконец-то давайте я посажу этого Дракорекса, да, он у меня тут в инкубаторе уже неизвестно сколько недель находится. Вот такой вот у нас красаучек. Ну чё, выглядит вполне себе неплохо. Давайте к новым существам его расположим. Вот так вот он даже выглядит. Ну чё, вполне хорошо он, смотрите, он даже на вот первом уровне выглядит прикольно. Такая интересно. Ну давайте поставим. Поставим еще одного, но выращиваться они будут чертовски долго. Так что уж извините, простите, как говорится, что поделаешь, так получилось. Так, чё-то он такой, смотрите, какой он гигантский здесь. Он реально по размерам чуть ли не больше вот этих аллозавра, раджика здесь. Так, алычи не хватает, да? Алычи тоже нужно будет вывести еще. Глитроноксов тоже нужно как-то немножко размножать. Ну, хотя вот эти ребята есть. Так, давайте вернемся вот сюда. Ам-нам-нам. Такой задумался, смотрите, посмотрел в небо, не летит ли там какой-то кицекуатль, да, который хотел бы его сожрать. Кря! Что-то он так слабенько кричит. Вообще слабенько. Зубы травоядного напоминают своей формой листья и отлично подходят для пережевывания листвы. Вот так вот. Давайте хоть заглянем. Ну вот, обрастает шипами. То есть, ну а первых три этапа, как обычно, отличается только, кстати, показатели его-то не посмотрел. Две 400 на 1000. Ну так, такой среднячок. 2400 на 1000. С этим разобрались, в принципе, им посражаемся, наверное, тоже. Давайте им сразимся для разминки, а потом пойдем вот сюда, вот бесконечную битву, да, тут будет пожестче, намного жестче. Так, что у нас тут есть? Ну, давайте пусть будет ПВП, давно не сражался. Так, сила удара 900, вот Сиги, кстати, там бы где-то взять вот рядом. А, так он вот где-то здесь должен быть. У нас, подождите, по... сортировка... Так, стоять, стоять, стоять. Давайте не по свирепости, а по атаке. А, блин, куда это я? Блин, это же 900 у него... Стоять, у него 900 это же на максимальном уровне, ё-моё. А у нашего-то сколько? У нашего 227. То я так долго его буду искать. Долго его буду искать. Идем туда куда-то, на 227. Да, это, конечно, мало. Мало это уровень каких-то там редких существ чуть ли не. На 227. О, вот где-то здесь должен быть. Так, ну давай, выходи. Так, ну вот, или да, супер редкие у нас под 300 идут. Сила удара. Вон, кенгуру, кстати, еще не прокачанные. Вот, наконец-то, Стиги попался нам. Так, теперь давайте будем думать. Так, что-то не в таком порядке я хотел. В принципе, первый может потанковать Апатыч, хотя нет, не, нельзя брать Апатычей. Первый будет вот ты, вот ты. Ну и кто? Ну и пусть будет Хищник. Ну, давайте. Если нам на...
Блин, какой Стиги? Ё-моё, я взял Стиги вместо Дракорекса. Вот ты, блин, что ты будешь делать? 200, 200, 200. Ну, то есть противник слабый какой-то. Ну ладно, давайте будем считать это разминкой. Протерогиринус против мастодонзавра. Ну, шансов у Протерогиринуса нет. Ну, идем на размен. Но я в выгодное положение, потому что я сейчас разменяю две амфибии на вот этих, а у него потом травоядные, а у меня хищник. Ну, вот сейчас меня... Ха, даже не сможет меня пробить. Так, крокодиломорф. Самый известный. Ну, вот так вот. Наша жабка съела, короче, двоих. Ну давай, Анкилыч в нормальном исполнении, до 30 уровня он прекрасно выглядит. И... Ну атакуй, на 2 из 3, да? Ам-нам-нам. Но я на 3 выжим... А, все, победа. Придется сейчас опять долго листать этот список. 227, чтобы найти. Ну ладно, сразу сортану по атаке. Чтобы быстрее найти. Ну, все равно, да, нам надо было посмотреть. Вот мы сравнили примерно такой же по силе. Был парень. Так, ага, стоять еще по атаке. Чтобы точно знать, где что искать. 227. Вот, наконец-то Дракорекс. Вот он теперь. Все существа. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Но все равно нужно найти же примерно команду, ну, равной по силе. Я хочу взять. Так что придется полистать. Вот где-то уже рядом. Ну вот тут можно брать. Так, кого будем брать, если против него нужна какая-то амфибия и какой-то хищник. А потом пойдем в супер-пупер мега сложный бой. Ну, порядок неправильный, конечно, 160. Блин, ну что-то противник такой довольно слаб. Слабый какие-то подбор. Раньше было бы что-то пожестче. Подбирали. Так, ну смотрите, какой. Дракорекс реально в этой игре очень здоровым выглядит. Но он меня не пробьет за 2, даже за 3, скорее всего, не пробьет. Ну да, так. Ну, я его 1, 2, 3 пробиваю. Я, правда, не посмотрел, но должен пробить. Да, пробили. Так, ну что ты? Ну, не должен меня атаковать на самом деле. Хотя нет, 2 пробивает. Как раз на все 3 проатакую сейчас. Но драки вообще гигантские просто. Ну тут как раз притирочку попадает он. Ну мы тут тоже изи катка, да, метриоринг. Родственник геозавра, да, по-моему? Так, ну чего, Афекадон, давай. Я хочу подмениться, чисто по приколу. Видите, да, у него так 370, 380 жизни и 277 силы удара.
Но маловато жизни, конечно. Редкий и на 40-м уровне. Совсем слабенький. Так, ну и сейчас мучимся в наш сложный мегабой. У меня, кстати, там туда такие вот глюки есть какие-то. А ну-ка. Ну, сейчас мы, кстати, это дело и увидим. Где-то у меня саркозук тут зависший есть. Блин, по-моему, 17 дней. По-моему, он никуда не движется, это число. Так, стоять. Ну, где эта фигня? Чё-то я не пойму. А, вот, вот, смотрите. 4000 баксов просят. 17 дней. Хорошо, хоть 10-й, а не последний уровень. Так. 10 на 4, 20 на 5. Это просто лютый трэш. Лютый трэш, короче, ребята. Ну, я предлагаю взять нашего танка. Нашего танка. Потом индораптора. Вот так вот. Ну реально, он реально лютый. Даже пахицефалозавр, смотрите, какой лютый. По, блин, по 5000 сила удара. Он не факт, что подменится. Это, конечно, наша небольшая беда. Че, неплохо, классно выглядит. Вот это вот аура этих мега вкачанных гибридов. 2396 уровень, 2527 уровень. И 1500 какой-то там уровень, восьмой. Лютые твари. Лютые, редкие, редкие, редкие. Так, он таки подменился, это хорошо. Так, ну мне его сохранять смысла нет. Будем оттачить его. Так, минус пятерочка. О, уже стало лучше. Ну, 5200 сила удара, ё-моё. Индораптор нервно курит в сторонке. Блин, не посчитал, сколько у него баллов-то было. Печально получилось. Сколько что у него баллов было? Заговорился. Ну, там не больше одного, я думаю, у него осталось. А ну-ка, смотрим, что там, перенес, что-нибудь не перенес. Не, ничего не перенес. Два удара я выдержу у него. Блин, а три опять, ну, глюкануло, блин. Так, у него 6. Атакует на 5, я должен выжить. Ха-ха-ха-ха-ха! У него остался один балл. Раз, два. Смотрите, я его, блин, а соточки какой-то не хватает. 3-4 приходится бить. Ну, обидно, соточки. Соточки не хватало. Но сила атаки есть. 8000. А вот с этим парнем, хорошо, что у него хоу 10, а то было бы печально. Тиран на титан, жестяк какой парень. Нано-тиран, тиран на титан, да? И все дела. И просто тиран из Resident Evil. Ну вот и все, в общем-то. По изи раскатали нашего противника. Но до сих пор в игре нет ни одной сильной амфибии. Это печально. Реально, Горгазух вообще-то слабоват. Ну, в общем-то, вот так вот, ребятки. Еще свою сноровку не растерял. Окончательно. Ну ладно. Давайте. Редкий набор. Кстати, неплохой приз, да. 200 баксов и пахич. А ну-ка посмотрим, что там у нас. Следующий парень. А, надо ждать, и будет обычная награда. Ну, в общем, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.